Эй, вы! Насастые! Делайте! Значит так, летите в ближайшую деревню и принесите мне мальчишку, да не какого-нибудь, а поупитанней, да повоспитанней. Скоро ко мне гости придут, гулянье будет. А не будет мальчишки, я вас самих зажарю и съем. Я вас с костями съем, с гостями. Я вас с костями съем, с гостями. Плеща. Должна, чтоб свежей быть и красившей. А как звать-то тебя? Ваней. Ивашка, значит. Ивашка, Ивашка. Ой, будешь ты у меня Ивашкой под простоквашкой. Эй, лучше отпустите меня. Вам же и вашим гостям хуже будет! Нет, нет, сейчас тебе кот покажет.
что тебе покажет. Ну, держись сейчас, Ива. Вот сейчас Кощей Бессмертный пожалует, он тебе покажет. Сейчас он тебе покажет, где раки зимуют. Ладно, ладно, бабусенька. Ладно, ладно. Чую, чую Кощеюшку. Сейчас он тебя в капусту изрубит. Сейчас он... Змея Горыныча попробуй одолеть. И жарит тебя, как миленького, и пикнуть не успеешь. Будешь тогда знать. И с твоим змеем управимся. Эй, трехголовый, и жарь-ка Евтова. Ну что, попался? Твоя взяла. Эй, вы, назад стои! Возьмите этого мальчишку и отнесите, откуда взяли, чтоб духу его здесь не было.